Погружение во вселенную роботов. В торговом центре «Новый Витязь» начала работу уникальная выставка робототехники со всего мира. Одной из первых с миром автоматизированных машин познакомилась Анастасия Белова. Робот по имени Роберт невероятно общительный. Он любит новые знакомства, объятия и танцы. Кроме Роберта, на выставке представлено более 25 роботов из России, Китая, США и Японии. Есть птица маленького размера такого, которая умеет летать, и у нее получается там 12 взмахов в секунду. Вот. И если на улице ее выпустить, реально можно перепутать с настоящим. Альфа, как и Роберт, без ума от танцев. Он также яркий поклонник спорта. Что еще будет уметь Альфа, можете решить вы сами. Эта модель снискала популярность во всем мире именно благодаря широким возможностям обучения. Запрограммировать и управлять роботом можно прямо со своего смартфона через специальное приложение. Этот робот попал в книгу рекордов Гиннесса как самый подвижный робот в мире. Самая главная особенность выставки – здесь просто необходимо трогать экспонаты. Практически со всеми представленными моделями можно взаимодействовать и проверять, на что они способны. Здесь найдутся не просто интересные роботы, но даже новые друзья. Привет. Как тебя зовут? Я робот Ваня. Посетители могут погрузиться как во вселенную роботов, так и в виртуальную реальность. Не стоит беспокоиться, что не успеете все и сразу. Время пребывания на выставке не ограничено. Она будет работать до 30 сентября без перерывов и выходных с 10 до 20 часов на третьем этаже торгового центра «Новый Витязь». Просто увидеть недостаточно. Нужно обязательно прийти и испытать все возможности этой выставки лично. И поверьте, равнодушным не останется ни взрослый, ни ребенок. Анастасия Белова, Александр Барсуков. Новости Муром.